Полуразрушенная бетонная лестница, убогая детская площадка, постоянные лужи из-за прорыва труб и отсутствия тротуаров. Двор дома номер 15 в микрорайоне «Приборостроитель» давно нуждается в ремонте. Местные жители просят о благоустройстве хотя бы спортивной игровой зоны. Но и этого в планах управления капстроительства нет. С подробностями Лилия Емельянова. Двор дома номер 15 на маленьких жителей не особо рассчитан. До школы они вынуждены идти по проезжей части, так как тротуары не предусмотрены, а детская площадка давно требует обновления. Роман Скворцов вместе с соседями не раз обращался в различные инстанции. Но изменилось лишь одно. Теперь на и без того унылой игровой зоне отсутствует горка. Насчет горки. Попросили отремонтировать, а приехали, справили. Взяли, вообще ее сломали, то есть детям не погулять, ничего. Ходят в другие дома, на другие площадки играют. Вот там асфальт вообще завалился, бетоном залили, и то строители садик делали, вы попросили, они эту яму залили бетоном. Ну, хоть бы как, чтобы хоть ни ребенок на велосипеде как бы туда не заскочил, то есть, да и сам ночью идешь с работы, все бывает. Лестница во дворе, которая ведет к магазинам, похожа в аварийном состоянии. Идти по бетонным ступенькам в дождь или гололед затруднительно и опасно, а с коляской вообще невозможно, жалуются местные жители. Ступеньки у нас, как детям ходить в школу, я не знаю, там скользко. Говорят, лестница у нас отремонтирована, но на самом деле она выглядит в плачевном состоянии. И дети ходят постоянно в школу, ни дорожки нету, чтобы дети ходили до школы, сплошная дорога. Парковка в этом дворе тоже не предусмотрена. Машины стоят на земле возле детской площадки и место для сушки белья. А дети в итоге гоняют мяч там, где выгуливают собак. На пустыре легко подвернуть ногу или наступить на битое стекло. Мы очень любим в футбол играть. Мы хотим, чтобы нам построили футбольное поле, чтобы были ворота, ну и чтобы все было красиво. Мы строим ворота из кирпичей, потому что нам нечем строить. Я тоже люблю футбол, вот. Но мы вот тоже бегаем, когда падаем, мы там, ну, там есть штыри, которые мы об них спотыкаемся и об стекло мы ударяемся иногда. Вот. И там ямы, вот мы и падаем, и пень тоже там. Вся местная детвора мечтает о современной игровой площадке. Я хочу, чтобы у нас была горка, и мы там играли. А я хочу, чтобы у нас была полноценная площадка и чтобы у нас были красивые качели, которые были в сеточку, на которых можно было не так быстро, хорошо качаться. Потому что на нашей площадке сейчас вообще невозможно играть. На запрос 9 канала в управление капстроительства мы получили ответ, что в этом году благоустройство площадки во дворе дома «Приборостроитель 15» не запланировано. Жителям предложили помочь себе самим. Для этого нужно принять участие в губернаторском проекте «Решаем вместе». Администрация обещает оказать помощь в подготовке инициативных заявок. Лилия Емельянова, Александр Савин, Елизавета Очкасова, 9 канал.